Друзья мои, пришел к нам Ford Escape 15-го года. Вот такой вот. Будем отправлять его в Россию. Бит заднюю часть. Комплектация Sport Edition. Кожаный салон. Видите, большой скрин. Машинка заводится и едет. Вот, только что ее сгрузили. Немножко я опоздал. Вот, ну, сейчас посмотрим. Вот, но водитель сказал, что проблем никаких нет с машиной, что она спокойно. Вот вы видите, так как удар в заднюю часть, камера немножко деформированно показывает. Вот, ну все, едем на стоянку к нам, все работает, проблем никаких нету. Тайтл приехал с машинкой вместе, так что сможем быстро ее отправить.